Ребятушки, всем привет. Приехал в детский дом. Привез детишкам гостинчики. Банька у нас, ребятушки. Так что не переключайтесь, бабушки. Баньку пойдут в сауну, блядь, помоются. Ребят, вот смотрите. Хочу сказать тем, я уже говорил, но еще раз повторяюсь. Ребят, кто не хочет видеть на этом канале готовку, отдых, детский дом. Ребят, админушка ссылочку оставит. Вот вам где-то здесь поставит видео на Павел Лайф. Если там наберется 10 тысяч подписчиков, ребят, будут туда все заливать. Так что все в ваших руках. То пиздите, пиздите, нахуй, нахуй. Пожалуйста, подписывайтесь туда. 10к, и будем там отдых все укладывать туда. Здесь чисто бомжи будут. Опа, опа. Опачки. Здравствуйте. Детишкам. Все, я сейчас на 2 недели уезжаю. 2-3 недели меня не будет. Так что не теряйте меня. Все, до свидания. Все, ребятушки, еще поехал я. Детишкам сделал подарочек. Сейчас еще приеду только после моря. Ну все, поехал, ребят, машину менять. Бомжиков собирать. Идем, банька. Сауну заказал им, ребят. На пару часиков помоются, с чаем попьют. И потом пойдем гулять. Так как вас, ребят, не хочу оставить без видео. Видео нам побольше наснимать. Так что не расстраивайтесь, ребят. Я о вас тоже думаю. Вы обо мне, я о вас думаю. Все. Ну что, ребятушки, приехал я. Кимя. Сейчас поглядим. Вовка! А вон дед идет, ептать. Вовки нету, дед тут. Вот так вот, ребят. Поедет дед, дед один банин, нахуй. Паскудник, опять кепку не снял, ему сейчас наругать. Рыжий! Ой, дед побрился. Вон где? А? Где рыжий? Привет. Привет. Ты что, домой пришел-то? Нет, недавно. Побрился, паскудник. Ты, блядь, похвораешь нахуй. Че, я баню, блядь, заказал, а рыжего нету паскуду. Пойдем. Да я откуда знаю, я же только приехал. На, что, в бане пить не будешь? Там чай попьем. Блядь, я вам сауну заказал. Баню заказал? Да. Сука, рыжий падла. Ладно, поехали сейчас сгоняем. Голубя не видел, говорят, голубь умер. Не знаешь? Не знаю. Ну все, ребят, сейчас поедем до голубя, узнаем, умер, не умер он, блядь. А может, поди живой, паскудник? Он же сал, не дождетесь? А, ребят, я когда приснулся, дедушка сал, говорю, пошли в баню. Говорит, он был, я не хочу в баню. Говорит, нахуй, был в бане, бля, паскудник. Не, ребят, все равно поедет в баню, хули. Заказал раз, блядь. Ладно, поехали сейчас съездим до голубя. Во вторую, да, сауну тебе, блядь. Номера, блядь, где-то. Потом еще через полчаса сюда заедем, может, рыжий потянется все-таки. Дедушки решили с дедушкой заехать к Пузе, то есть к Андрюхе обожженному. Так, что, посмотреть, как у него дела, хоть, блядь. Да? И дальше поедем, что? Баня у нас, ребят, на 12 часов. Так что. Так, а тут что-то все разобрали, нахуй, тут дерево спилили. А все, тут нету их, ребят. Вот после системы, когда прошла, тут, видите, спилили, и все, они тут не живут уже, нахуй. Вот такие дела, ребята. Везде. Вот сюда. А, вот здесь. Да. Да есть тоже, наверное, нету нихуя. Ну пойдем где-то посмотрим, блядь. Что-то как-то странно, нахуй. О! Что думаешь, здесь нет? Ну это нихуя уже, все. А тут видишь, что тут, блядь, строят нахуй. Да вон дом так строят. Ну. Все, и тут уже. Тут где они, блядь? Вот здесь они же были. Ты что, дед? Вот здесь они были. Ты че? Ой, блядь. Нихуя тут все как поменялось нахуй. Ребята, застраиваются. Дед, тут нихуя такой сок, как и новых опять же. Нихуя, паскудник. Ну и 3 кушечка, блядь. Ёбстуды, блядь. От дедушка, блядь. Курточки, блядь. Посмотрите на меня, посмотрите на деда, блядь. Дед круче, блядь. Да ладно. Паскудник. Почему, блядь, кепку, блядь, не перевернул, блядь? Поехали, дед. Нас ждут великие дела, нахуй. От дедушки, блядь. Курить нету. Курить нету, а, блин, а сейчас будет это, поедем на трубы-то курить, заехать купить. Ребятушки, приехали на трубы, нахуй. Тут на трубы, они тут же все разобрали, блядь. Блядь,
Ладно, сейчас поехали, поэтому проедемся. Ребятушки, вот видите, как вы говорите, вот как с ними? Вот дедушка вот молодец, блядь, он всегда дождется. А этих же, блядь, хуй дождешься, с ними какие планы делать там? Вот баню заказал, нахуй, ну дедушка чего не пойдет. Он, Иисус, нахуй, Иисус, вот встретим, блядь. Хоть давно ему, блядь, ничего не давали. Иисус. Здорово! Как дела у тебя? Ну иди сюда, что ты, куда пошел-то, блядь, пузырь дам тебе хуй. Нормально? Куда пошел-то, на металлпрокат? Иди сюда, ближе-то, хуй ты. На водички попей хоть. Как у тебя дела, все нормально? Ну с ногами-то плохо. Ну с ногами у тебя, блядь, который год плохо ногами. Че, кого видел из бомжиков сидит? Ах, видел, как они живут, блядь. Здесь, они вот сейчас вот здесь вот живут. Где? Вот как. А, вот тут. Не доходя вот это. А, все здесь? Там, а ты че? А кто там живет? Да я не знаю, что они там. И там живут, и тут живут. Ты реально на Джигурду похож. Ладно, давай, не за что. Эй, Джигурда, бля, поехал, сдавайте, ребята. Нах, сейчас посмотрим здесь. Поем где-то сейчас, здесь поглядим, что их тут, блядь. Так, где-то надо сидеть, где кого-нибудь прибрать, нахуй. Что потом тебе это... Пошли, пачку-то бери с собой, пузырь, значит, и бери. Так, погляди, кто здесь нахуй живет, нахуй. Где они? А как туда проехать? Не, пойдем пешком нахуй где-то. Хули. Короче, я пузырь взял. Да, пузырь взял, пошли посмотрим. А. Окошко нет, закрой окошко-то хоть. То он, блядь, принес у нас машину, с тобой угонят нахуй. Ребята же так говорят, блядь. Машины у Павла Васильевича дешевые. Да не нажимай, не нажимай, так закрывай. Пошли, дед. Ребята, он пишет, машина дешевая. Ребята, так вы же не знаете, какие у меня еще машины здесь. Вы же видите на меня 3 часа всего. День. Может, у меня там еще и джипы есть, блядь, ребят. А что, дед, ты знаешь, где они тут могут быть? Нет тут нихуя, дед. Никого нахуй. Мужики! Мужики! Засуньте в жопу языки, где вы, блядь? Чё, дед, нихуй? Пойдем туда. Куда? Дальше. Ну, пойдем туда дальше, нахуй. Дед, блядь, пиздеть не будет, нахуй. Да, дед? Угу. Дедушка. Бля, ребята, тут какие. Еще. Да. Мужики! Мужики! А ладно, дед, поехали нахуй. Поехали. Мужики. Наверное, на работе нахуй. Да, дед? Поехали. А, ну что, дедушка, сегодня напьешься, Светку увидим, будешь целовать ее? Какую? Ну, муму-то. Не нахуй она нужна. Ха-ха! Ребятушки, вот так, как говорится, дед, не зарекайся, блядь. А то, блядь. Назарекаешься, блядь, будешь. Ладно, ребят, едем дальше. Искать сейчас голубю заедем. Посмотрим, голубь. Может, хуй его, может, голубь воскрес, нахуй. Джигурда он ходит. Че, нету их нихуя тут? Ушли, наверное, на работу? Перепутал? А, на трубах? Нету там. Сейчас, подождите, я не слушаю ни хера. Че, говоришь, перепутал? А я ты? Разбирал, а, ну все понял, ладно, Джигурда, давай, счастливо. Дальше. Ну что, приехал до голубя. Сейчас узнаем. Тут не тут он, блядь. Живой, не живой, нахуй. Живой. Ох, подписан на ваш канал. Это что? Ну, сет лично, все время смотрю. Все, ладно. Ну, давай, спасибо. Ага. Пошел, горят, пошел, горят, умер. Пойду, да? Посмотрю. Пойдем, ну, посмотрим. Пошли. Ну, ты ничего себе попадешь, Кабер. А? В кадр попадешь, ничего? Да как бы даже, прикол. Да, ну все, да, пошли. Ну, как его зовут у тебя? Андрюха. Да, Паха. 67-й квартал, все, да, да, ПТ пишу. О, ой, что такое тут, блядь? Ну, на это, наверное, кто-то что-то. Это хуй. Хуй, бля, я испугался. Мыши, там крыса, походу, ела. Так, ребятушки, что тут? Блин, рад вообще тебя увидеть. Спасибо. Голубь!
Бля, хуй знает. О, блядь! Ты чё, пизда, блядь? Голуб умер, что ли? Нет, его не был. Он был? Не знаю. Ты одна, что ли? Ну, я приехал. Поехали с нами в баню пойдем. Говорят, голубь-то умер. Почему? Почему, блядь? Не знаю, почему умер. Нашли его, говорят, блядь, это, возле церкви, нахуй. Да. Ты чё, одна здесь? Угу. Один-то была, блядь, не ходит, меня напугало, блядь. Пизда, поехали там, дед, блядь, поехали. Поедем мы сейчас в баню. Так что это, смотри видео. Я там им баню заказал, Вовка рыжий, паскудник, не держался. Пошли. Чё такое у тебя, вода, что ли? Пошли, нет там. Бля, нихуя мне. Ребятушки, вот так вот, блядь. Работа блогера опасная и трудна, блядь. Обосраться можно, блядь. Даже Андрюха, блядь, охуел, сказал, блядь, нахуй, я пошел с вами, блядь. Сейчас, гоняй. А ты что, говорят, с кисой опять живешь? А что, говорят, вас видели с кисой, блядь? Ладно, сейчас не разговаривай, то есть опять забыл, как с тобой разговаривать. Ладно, ребят, мы сейчас поедем. Ну что, все, дед, открыто целоваться не будешь? Давай залазим по машинам, нахуй, дед. Как, блядь, ребята, как я накаркал, нахуй. А? Куда-то мыло положено, я не могу найти. Мыло, ну потом поищем, нахуй. Там за дверью. Поехали сейчас, что поищем. Нет, так... А, нашел. Нашел, все, дай сетки в карман, пока нам положат. Ну вот, если что, вдвоем где-то помойтесь, уже компания есть, ребята. Слушайте, что, поехали, это, к рыжему, потому что рыжий обнимался. Дайте вам по 300 рублей, дед. Себе 300 и сетки дай 300. Сейчас поехали искать, может, рыжий пришел. Нет, нет, бля, все, в баню поедем. Ребятушки, приехали еще раз. Посмотрите, может, рыжий паскудник одумался, блядь. Вернулся, блядь. Вон он. Где? Вон. О, блядь, ты что, паскудник, блядь, второй раз уже приезжаем. А? Ну все, давай быстро нахуй в баню поехали, блядь. Мы тебя уже второй раз приезжаем, ты что, паскудник, блядь? Давай, дед, двигайся нахуй, Светка там тебя. Сейчас, вот троем, ребята, компания честная. Слышь, не слышал, голубь-то умер? Нет. Не слышал, ну, значит, ничего неизвестно. Что ты? Умер голубь. Да. Ну, это говорит, поехали нахуй в баню. Поехали. Я вам, блядь, баню снял, блядь, мы... он хоть, блядь. Я знаю. Ацика паскудник. Ацика паскудник, блядь. Как дела, прыг? Да, нормально. А ты это? А. Симку не взял? Взял. Все, как тебе не взял, блядь? На. Рыжий, блядь, там вот. Мы с Васькой, короче, напились. На, только убери ее, блядь, чтобы не потерять. Хуйни. Как она называется? Там 300 рублей у тебя должно на счету быть, слышишь? С кем ты написал? А что с Светкой не поздоровался даже? Короче, нахуярились. И не помню, когда мы пришли спать. Че, сука, в ВДВ отмечал паскудник? Да. А чё с Светкой не поздоровался? А, блядь, всё такое, любовь у них. Сейчас купаться будут, нахуй, мыться, блядь. Иди с этой стороны, блядь. Паскудник, блядь. Живой, нахуй. Говорит, уже, блядь, похоронили, нахуй, Валентина, блядь. Опять спиздюлина, что ли? А хули сделаешь, блядь? Как дела? Вот и нового, блядь, хули. Иди туда, Валентина, а ты чё? Я подниму. Отсыка, Валентина, блядь. Опять алюминиум набрал, блядь. Сейчас немножко почирикаем с Валентином, даем ему пузыречек, хули. О, блядь. Так, ну ладно. Блядь, у меня эти мышцы свело, сука. Ты что, мышишься, блядь? Качалки ходишь, сука, паскудник? Не, вчера был, блядь. Валентин! На воды хоть её, две воды. Ладно. Как дела-то у тебя, Валя? Ну, хули, хуёво, блядь. Опять? Почему хуёво? Хуёво. Тебя уж похоронили, блядь, пиджачок нихуя. Как ты... похоронили? Тебя похоронили уже, говорят. Да ну нахуй. Голубя видел, нет? Нет. Ты не увидишь. Он дома, наверное. Он умер, говорят, нахуй. Да. Умер. Умер. Ты его точно ничего не делал, голубя? Да я, знаете, не знаю. Бодага, наверное, нахуй. Нахуй больше чего? А что это такое? Алюминий, что ли? Алюминий, да. Нихуя себе. А дай Вовке режим алюминий быстро. Нахуй. Я думал, что нормально. А ты сейчас Вовка тебе под глаз даст, нахуй. Под глаз, построй. А, где пизды получил, блядь? Ахуй, блядь. Ты нихуя, блядь, домой вернулся, что ли? Нет, в пинжачке такой, блядь. Да нет. Фраер, блядь. Нет? Был я дома, нахуй. Там. Был? Был. Когда? Вчера. А, ты что, домашний уже стал тоже? Нет, домашний. Так, встретил свою, блядь. Церковь? Не, встретил ее, блядь. А, встретил? Она, ну, говорит, возвращайся. Ну, так со мной, это нормально, говорит. С руку, что ли? Ну. А что не живешь сегодня? А хули с сыном, нахуй, там, говорит, ругань, нахуй, блядь. О, как весело живете, блядь. Ну.
Не, у меня такого нет. Хуя, Валентин, у тебя сегодня, блядь, баночек дохуя, да? Да, я вчера насобирал вообще, блядь. Все цыка, блядь. Кроме еще в городе не гулял, сейчас город пойдет. А цыка рыжая тоже подана, блядь, паскудник, блядь. Нет, я вчера был. А сегодня что, трезвый, что ли? Сегодня нормально себя чувствую. Паскудник. Да хули, я же не знал. Время вечера у них, блядь, застолье до часу ночи, нахуй. Блядь, сколько часов? У меня, блядь, дохуя, блядь, часов, блядь. Тоже дохуя? Дохуя, блядь. А когда ты делал? Они его в сумке лежат. Пропился? Нет, они, блядь, не рабочие, блядь. Это, кепочка такая, нахуй. Ну, это моя. А что ты с дедом не здороваешься? Дед пишет, ДПР, нахуй. А здоровый. ДПР. Че, дед, кого видел-то, Валентин? Кого видал, хохла видал. Кого, хохла? Ну, хохла мы тоже видали. Где ты его видел-то? А вот приходил ко мне нахуй сюда, блин. Бульдог-то? Ну. Друг, в городе? Ага. Парни, голубя не видели? Нет. Не приходил сейчас еще. А? Не приходил. А он и не придет. А ну, бля, может, хуй знает. Ну, сказать, что он умер, в церкви нашли его. В церкви. А, ну, это он те, вон там живут, наверное, вон они, видишь, живут. Нет, это не, черный. Кто это? Черный. Это что такое? Не. А он вон подрабатывает здесь, пацанов. Все, понял. Помогает ему. Ладно, Валентин, хуль, пиздуй тогда, хули. Ну ладно, давай. Давай с Богом, нахуй. Давай, не пей, нахуй. Дед, ёбни ему, поебали. По красоте ему, подмолоди его, нахуй. Ладно, дед, поехали, у тебя футболку твою будем, сейчас мне там рубашки, блядь, одевать, нахуй. Мне рубаху дал. Тебе нахуй, нихуя у тебя пиджак, блядь. Два пиджака, блядь. Два пиджака, блядь, две рубахи, блядь. А хули холодно, блядь. Да ладно ты, нахуй. Сейчас водки выпьешь, да все, заебись будет тебе, нахуй. Должно быть. Сдашь сейчас, блядь, на спирт, нахуй. Ага. Че, все нормально? Нормально будет. Да. Давай, беги, пока дед не разлился, тебя металл не отобрал. Вон эту хуйню разбери, нахуй. Ладно, это, блядь, не боял, блядь. Нет? Я не имею права, блядь, ничего. Ты же, блядь, вор, нахуй, похуй, спиздишь здесь. Нет, блядь. Я не вор, я только беру. Берешь? Да. А, да, Валентин, поехали, да, хуй от тебя, блядь. Давай. Как с козла молока, блядь. Да. Давай, Валентин, спасибо. А? Дед, дай ему сигаретку. Сетка, печеньки есть, что ли, там? Да. Вот, сука, дед ты дал, что ли? Да. Вот, блядь, дедушка, все-таки опять ухаживает за Светкой, блядь. Сейчас, наверное, ебанет ее, нахуй. Ну, конечно. Че? Благодарю всех. Давай, благодарим тебя тоже, нахуй. Давай. Ладно, будь живой, живи. Нашим всем бомжам привет. Ладно. Давай, все, мы поехали, на. Терялись. Давайте, ребята, время, поехали мы уже, блядь. Проедем сейчас и поехали в баньку. Ребяточки, ну все, в баню зашел, оплатил. Еще немножко осталось, поехали сейчас за веником. Тут что, ребят, на час денег, что осталось, сейчас им раздам, да и все. Хули делать. Так, рыжик-пыжик. Все, хуй, не баня. Не, все, почему баню? Сейчас за вениками поехал. Так, дед, вам там разбросайте с соседкой. Ну все, поехали за вениками, сейчас вениками возьмем. Все, оплатилось сейчас. Дай все-таки хоть немножко денег. Что ты не жадничай, нахуй? Я не жадничаю. Ну, блядь, раз и 100 рублей дал. Ну ладно. Все-таки, потом тебе еще дам сотку сниму. Ну все, ребят, поехали за вениками. Дедовский взял веничек, мыло дегтярное. Вот паскудник, это намоется у меня, блядь. Сиди. И я там, блядь. Эх, рыжий опять про плазменный телевизор рассказывает всем, блядь. Аж дед, блядь, было вам, блядь, дегтярное, блядь. Да дед-то хули, что, дед-то был дома, знаешь, нахуй. Так что дед-то, блядь, Светка, Светка, о, Светка, у Светки пускай не этот, нахуй, у нее другое то мыло. Берем. Сейчас как намоетесь, блядь. Че, вы вон купите мыло? Давай. Там еще вещи сейчас, я вам в багажнике на вещи. Мама там. Алла Агейкина, тебе спасибо огромное. Так, ребяточки, приехали в баньку, сейчас веник взяли. Света, Консумир. Так, дед, рубашечку тебе. Да. Рыжик. Тебе штанички я тебе, блядь, чистенькие, нахуй. Труселя вам надо, блядь. Взял, блядь, все мужских сюда пойдешь, труселях и носках, нахуй. Так, водка у вас там, видишь, сколько сегодня? Видишь, сколько водки у вас там? Нет, трусы возьми сейчас. Трусы-то возьми сейчас свой. На. Или эту рубашку может. Сейчас. Вот это нормальная рубашка. Нормально? Так, ну сейчас, Светка, тебе хоть что-то, блядь. Где труселя-то? Труселя вон Вовка положил, блядь. Так. Светка, тебе-то что хоть, блядь? Нахуй куртейку оденешь чистенькую, блядь. Так, это что, не знаю, тоже слаживать пакет, нахуй. Какой на пакет, блядь? Это что, у тебя штанички, на, Светка, у тебя штанички денешь, блядь. Все, все, помчались, нахуй. Мыться, только мыться, нахуй. Но это, ребята, уже будет новая серия, ждите.